Народ, привет! Будем делать печку сегодня. Печка будет из баллона 25-литрового. Будет печка под казан с дымоходом, с колосником, с зольником. И будет окрашено все термокраской. Сейчас открутим вентиль, продуем его, проветрим, ну и дальше попрем. Откручиваю головкой на 30. Продувать буду просто воздухом от компрессора. Пока он продувается, отмечу место реза. Все-таки с водой будет быстрее вариант, чем продувать. Почему я делал отступ от шва? Потому что там внутри обечайка стоит, чтобы по ней не резать. Ну и в итоге пускай она снизу остается, она для жесткости будет. Баллон буду обжигать, не хочу его шлифовать, это долго. А чтобы обжигать, надо сделать дырку снутри, чтобы был поддув воздуха.
Все, печка готова. Дымоход у нее съемный. Для удобства транспортировки. Встает в эту обечайку. И все нормально держится. Это у него регулировка выхлопа. Так вот стоит. Крышка для того, чтобы дождь не заливал или ветер не раздувал пепел. Внутри колосничок. Ручки декоративные для переноски, удобно, чтобы было. Дверка, это положение закрыто, это положение открыто. Зольничек небольшой. На ножках. Печка окрашена термостойкой краской и бронзовой патиной. При первой протопке краска немного будет дымить, это будет происходить термозакалка. Ну и через полчаса уже можно готовить вполне. Нести казан и готовить наши любимые блюда. Высота от дна до вот этого места получается 34 сантиметра. Сам диаметр баллона 30 сантиметров. То есть казан тут литров на 10 вполне войдет.